Итак, продолжаем вязать сердечки. В первой части я показала, как связать объемное сердечко в вывязывании методом треугольничка. И сейчас я покажу, как связать вот такое сердечко, которое может быть как салфеточка, так и сделать из двух частей тоже можно объемное сердечко. Только это сердечко вяжется методом квадратика. То есть вывязываем вначале квадрат, затем полукруги на двух сторонах квадрата. И так вяжем. Крючок, нитка. Делаем первую петелечку. Так. И набираем 15 петель, воздушных петель. Набрали 15 петелек. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3 для подъема. И дальше вяжем ряд столбики с одним накидом. В первую петелечку, первый столбик. И так в каждую петельку провязываем столбик с одним накидом. Итак, первый ряд готов. Далее снова 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И вяжем следующий ряд точно так же. В каждую, то есть там, где были вот столбики, каждому столбику снова точно так же вяжем до конца ряда столбик с одним накидом. Точно так же вяжем до конца ряда. Итак, провязали второй ряд. Снова поднимаемся на 3 воздушные петельки. И снова вяжем такой же ряд. Столбики с одним накидом. Итак, нам нужно провязать 7 таких рядов, то есть 1, 2 мы уже сделали, сейчас вяжем 3 и вяжем 7 рядов. У нас получится квадрат.
Итак, провязали 7 рядов, состоящих из столбиков с одним накидом. Получился вот такой вот квадрат. Дальше переворачиваем снова, поднимаемся на одну петельку воздушную и провязываем 6 столбиков без накида. То есть один у нас как бы есть, это воздушная петелька. И далее 1, 2, 3, 4 и 5. Так, теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, и через одну петельку соединяем, то есть одну пропускаем вот и соединяем. Получается 1 столбик без накида, 2, 3 и 4. Дальше переворачиваем. До конца вот мы не довязали. Переворачиваем. Делаем столбик с 2 накидами и провязываем вот под этими, там где у нас были 3 воздушные петельки. Итак, первый, здесь же второй, третий, четвертый пятый шестой и 7. То есть провязываем 7 столбиком с 2 накидами и соединяем последний столбик вот здесь. Столбиками, то есть через 2 петельки 2 пропускаем. То есть получается как бы на длину нашего этого столбика вот так. И еще один столбик провязываем. Так. Поворачиваем. И вяжем теперь каждому столбику столбик с одним накидом и между которыми воздушная петелька. Итак, воздушная петелька, затем столбик с накидом, снова воздушная петелька, и так провязываем каждому столбику.
воздушная петелечка. И соединяем. Вот получилось у нас уже один такой полукруг, то есть одно ушко сердечко. Далее вяжем второе. Точно так же. Поднимаемся на одну воздушную петельку. Точно так же вяжем столбики. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Теперь три воздушные петельки. Два. Три. Пропускаем, получается, одну петельку через одну. Провязываем. Один. Два. Переворачиваем. И снова как... И в предыдущем ушке провязываем 7 столбиков с двумя накидами. Провязали. Точно так же привязываемся, то есть на расстоянии нашего столбика. Один столбик, второй столбик. Вот. Дальше. Теперь точно так же, как мы вязали предыдущее ушко, мы провязываем столбики с одним накидом, между которыми воздушная петелька. Итак, воздушная петелька. Делаем накид, провязываем первый столбик. Снова воздушная петелька. Снова столбик. Итак, оба ушка у нас готовы. И теперь нам осталось сделать обвязочку нашего сердечка. Поднимаемся на 3 воздушных петельки. 1, 2, 3.
И обвязываем вокруг сердечка. Эту ниточку мы можем уже запрятать, чтобы... Обвязываем столбиками с одним накидом. И лишнее можем обрезать. Обвязываем как бы по кругу. Между столбиками мы делаем одну воздушную петелечку. Дальше столбик с одним накидом, воздушная петелька, снова столбик, и так делаем обвязку. Итак, вот один край мы как бы уже обвязали. И дошли до острого места в нашем сердечке. Здесь мы провязываем одну, вторую, третью воздушные петельки. И снова этот край делаем обвязку, как и предыдущий край. Точно так же. Воздушная петелька. Вот, обвязали мы уже и второй край, и теперь обвязываем точно так же ушки в нашем сердечке. На ушках стараемся делать более свободные воздушные петельки, чтобы не закручивалось, не загиналось. Итак, провязали первое ушко, и вот мы видим, что к последнему столбику, который был, я не провязывала столбик с накидом. Здесь мы сделаем одну, вторую, две воздушные петельки, и в центре между ушками соединяем столбиком. Вот так. Снова одна, вторая воздушная петелька,
первый столбик во втором ушке мы пропускаем и начинаем вязать столбики с накидом вот уже с этого места. Вот так будет у нас получаться. И обвязываем вот до начала, где мы начали обвязку делать. Точно так же столбик с накидом, затем воздушная петелька и так обвязываем. Так, вот провязали полностью вокруг наше сердечко и соединяемся полустолбиком, протягиваем ниточку и обрезаем и прячем эту ниточку. Так, мы ее запрятали, лишнее тоже убираем. Вот получилось у нас такое сердечко. Можно использовать как подставочку под чашки. Вот. А можно соединить оба сердечка вместе и обвязать, наполнить ватой или синтепоном и сделать объемное сердечко. То есть это сердечко вяжется на основе квадрата. Рада, если вам мой урок понравился. Спасибо вам за внимание. Ставим лайки, не забываем. Если вам нравятся мои видео, подписываемся на мой видеоканал. И ждем дальше новые видео. Пока-пока!